Спасибо, что вы зашли к нам в шатер. Мы пригласили вас на урок Апсуара. Его вам преподаст Розетта Шаловна. Для победителей викторины приготовлены подарки. После того, как закончится урок, мы все переместимся за здание. Там нас ждут абхазские игры. Апсуа литература Ашатаргрюн. Абхазап на Апсуа литература. Я пришла сегодня с детьми показать им сегодняшний праздник, который проходит в нашем городе. Дети очень довольны, все так весело и интересно. Мы еще будем до конца дня, будем принимать участие активное, ну, чтобы деток порадовать. Спасибо большое за организацию такого праздника. Мы очень рады, что у Гудаути есть сегодня такой хороший день. Розетта Шаловна, большое вам спасибо. Аплодисменты! Для Амры Лафоя, без которой наше мероприятие не состоялось бы. Аплодисменты Амры. Меня зовут Бас Баймир, мне 10 лет. Это очень, мне было очень приятно выступать на этом конкурсе. Еще что я могу сказать, это что учитесь хорошо, чтобы стать настоящим абхазом. Меня зовут Валерия Кардава, мне 10 лет. Спасибо большое за праздник, мне очень понравилось. И самое главное, все абхазцы, чтобы очень хорошо знали абхазский. И знали, что такое Аламас Апсура. Мы очень рады, что праздник сегодняшний наш удался, что наше подготовление всем понравилось. Мы слышали очень много слов благодарности от детей и родителей. Нас это очень подбадривает, и мы будем продолжать проводить такие праздники впредь. Меня зовут Анастасия Даркил, мне 11 лет, мне понравился этот праздник, и я люблю этот праздник. Спасибо. Огромное значение для Абхазо-Абазинского конгресса всегда являются дети, поэтому упор именно на детские праздники, мероприятия, их воспитание, развитие. Сегодня мы впервые, кстати, находимся в городе Гудаут, где организуем такого масштаба праздник, за что огромная благодарность именно администрации города и, конечно же, огромная благодарность нашему руководителю местного отделения в городе Гудаут, это Амра Лакоя. Мы очень рады, что пришло столько много детишек, мы видели их улыбки, мы слышали их смех. Я думаю, праздник у нас получился. В принципе, это была цель всего нашего сегодняшнего мероприятия. Я Амшка Таргил, мне 11 лет. Я очень люблю этот праздник и хочу сказать всем большое спасибо, которые организовали его. Я приняла участие в викторине и даже выиграла 2 подарка. Меня зовут Нила, моя фамилия Авиза, мне 12 лет. Мне очень понравилась викторина. Там мы отвечали на вопросы. Я ответила на вопрос, сколько районов у нас в Абхазии. Их 7. Меня зовут Рамина, фамилия Аркун. Мне очень понравился этот праздник. Очень. Меня зовут Лера, моя фамилия Гарцки, мне все понравилось. Соня! Давайте, пожалуйста, чипсы, все, что хочешь, ребят.